Zeta Cinema, Antenna 3 Films, Congregio Films и Globo Media представляют. Рано или поздно это случается с каждым. Ты вдруг понимаешь, что не хочешь быть таким же, как те, кто тебя окружает. Ваша честь, я должен сказать, что этот человек набросился. И со звериной жестокостью начал меня избивать. Не хочешь быть как тот кретин, которого ты избил. Ваша честь, мне наложили 15 швов здесь и здесь. Я хочу сообщить суду, или как твой отец, серьезную травму. Или как твой этот брат, человек мог меня убить. Или как любой я другой член твоей уверен, семьи. Что он опасен для общества. Его необходимо изолировать. Он должен понести справедливое наказание. Такие как он не заслуживают снисхождения. Обвиняемый, встаньте. Суд признает сеньора Хьюго Оливера Кастро виновным в нанесении увечий. Или как судья. И приговаривает его к 18 месяцам тюрьмы. Суд считает возможным заменить тюремное заключение штрафом в 6 тысяч евро, так как подсудимый ранее не привлекался. Или даже как ты сам. Заседание окончено. Хочется просто убежать отсюда. Теперь тебе стоит быть осторожнее. И запомни, больше никаких драк. Если это повторится, тебя упекут за решетку. Хьюго, надеюсь, ты понял, почему мама не пришла? Еще не вернулась. И не зови меня Хьюго, отец. Хочется уехать подальше от этого места. Марио Касас, Мария Вальверде, Альваро Сервантес, Марина Салас. Диего Мартин, Луис Фернандес, Андреа Дуро и другие. И вдруг внутри тебя словно что-то щелкает. И ты понимаешь, что с этого момента все изменится. Все уже изменилось. Солдат! Да, ты! Солдат. И по-прежнему больше уже никогда не будет.
Пока, пап. До вечера. Никогда. Если такое случается, это чувствуется сразу. 3 метра над уровнем неба. Бабби! Ладно, давай быстрее. Здравствуйте. Тишина в классе. Можно войти? Ты опоздала. Закройте свои тетради, пожалуйста. Вот увидишь. Сейчас выберет меня. Фернандо Скамино, Луна Вергара и Дуэниес Мартин. Хотя нет, она опоздала. Отсутствует. Тогда Эреруэлла. Будете переводить? Телефон возьми. Домус и Тенере. Иунте. Мольтус амбулантас. Так. Эреруэла. По дороге домой ему приходится много идти. Много? Это ты должна много учиться, чтобы поступить в колледж. Телефон. Сеньорита Альказар, вы не ответите на звонок? Садись. Ну что ж, продолжим наш урок. Бабби. Я прошу вас всех... Прости меня. Быть повнимательнее. Все нормально. Это не значит, что вы встречаетесь. И его друзья говорят, что он вообще никогда не звонит. Да? И ты им поверила? Посмотри на них. Клаудио, смени галстук. Этот подойдет. Девочки, вы готовы? Да, мам. Мы можем вас подвести. Скажи, на сколько лет я выгляжу? Ты на 15. Но мне есть 15. Давай посмотрим. Вот так. Теперь ты выглядишь на 16. Я бы не стал тебя спрашивать, но это срочно. Мне нужно 400 евро на мотоцикл. Хочу его отремонтировать. Догоняешь? Давай потом поговорим об этом. Чино! Хватит вести себя так, словно ты кого-то ищешь. Я действительно ищу.
А вот и он. Даня! Даня, не ходи! Привет. Как дела? Даня, знаешь, я тебя не узнал. Хочешь чего-нибудь выпить? Да, идем. Я думала, ты не придешь. Я была на другой вечеринке, да? Но там оказалось полно геев. Скотище. Один парень тоже заскучал и привез меня сюда. А вот и он, прилип к брату Берты. Привет. С днем рождения. Да, спасибо. Поздравляю тебя. Хотите? Нет? Тогда напитки вон там, а бар у нас снаружи. До встречи. Я просто обожаю эту песню. Идем поболтаем с моим голубым другом. 51! 52! 53! Работа отстает! 56! 57! А мы можем пойти? Да, есть пригласительные! Ты идешь? К богатеньким детишкам ни за что. Ты когда-нибудь меня простишь? Я ищу тебе оправдание, но пока ни одного не нахожу. Вот так. Типично по-женски. Да, именно. А типичное все портит. Ты такая красивая сегодня. Сегодня? Всегда. Алисия, звонил твой брат. Он едет сюда с дружками. Я же единственный ребенок в семье. Да. Привет. Привет! И кто из вас мой брат? Сестра! Там есть канапе. А чего, пацаны? Здесь клёво! Давай, вали отсюда! Все слушаем музыку! Сумку забыла. Ну так бери. Не могу. Кое-кто ее уже взял. Держи.
А что, мама тебе не говорила, что лазить по чужим сумкам нехорошо? Я не знаю свою мать. Но могу тебе кое-что сказать. Неужели? И что? На 50 евро не проживешь. Это же мои карманные деньги. Были. Я умру от голода. Стой, а хочешь, я накормлю тебя завтра обедом? Знаешь что? Если уж плачу я, то и компанию выбирать буду тоже я. Ты чего? Ничего. Отвали! Хватит! Отвали, я сказала! Черт возьми! Забудь про ланч. Чем займемся? Будем рассказывать шутки? Отдай! Я не буду смеяться над твоими, потому что ты не поймешь моих. Я имею в виду шутки, придурок. Если выпьешь коктейль, я расскажу твоей маме. Извини. Ты меня не помнишь? Я провожал тебя сегодня в школу. Я ехал в твоем эскорте. А, так это ты выкрикивал глупости? Нет. Я сказал только одну. Солдат. А тебе ведь понравилось? С такими, как ты, это всегда срабатывает. Это с какими? Зажатыми, но мечтающими оторваться. Эй, ты, что тебе нужно? Я бы выпил колу. Ладно, мне нужно ехать. Держи, Баби. Нет, я сама возьму. Вот видишь, когда не злишься, у тебя лицо не как у солдата. Что ты сказал? Ты как, Чико? Чико! Кого, держи. Отпусти меня, мерзавец! Поставь на место! Успокойся! Отпусти меня! Я сказала, отпусти! А ты ничего! Да отпусти же! Не надо! Пожалуйста! Ну прости, что я плеснула в тебя коктейлем! Прости, урон пожалуйста, уже нанесен, придется ответить! Полезно для здоровья. У тебя улучшится кровообращение. Между прочим, молочными коктейлями угощают, а не обливают людей. А Валентина передай, что мокрым это платье смотрится лучше. Убирайтесь! Пошли вон! Полицию, пожалуйста. Принести полотенце? Ты же ведь не хочешь заболеть? Да пошел ты! Уходим! Они вызвали полицию! Да, напомни. Когда в следующий раз будем вместе плавать, помыть тебе рот с мылом. Уходим! Почему ты ничего не сделал, когда он бросил меня в бассейн? Баби, все это было спланировано. Я позвал этих идиотов, чтобы устроить заварушку и вернуть тебя. Знаешь, Роберто тебя не простит. Они же весь дом разгромили. Какого черта? Держись! Черт! Ничего, пара царапин. Они могли нас убить. Но ведь все в порядке. Еще не вечер. Прости. Простить? За что?
Горе, за то, что вызвал полицию или сбил мотоциклиста? А ты сексуаль, да? Отстань от него, животное! Грубия! Отстань от него! Ты жалок! Отстань же от него! Я не хотел! Нравится присмыкаться? Отлично, тогда повторяй за мной. Я не стану портить праздник. Стойте! Повторяй. Я не стану портить праздник. Остановитесь, пожалуйста! Стойте! Повторяй. Я не стану портить праздник! Те, кто знает, как оторваться, повторяй за мной. Господин Сатамари! Что случилось? Они убьют друг друга! Ребята, перестаньте! Поехали скорее отсюда! Бабби, едем с нами! Это из-за тебя я его ударил! Ты во всем Бабби, виноват! Бабби, садись в машину! Нет, не стану портить! Давай дальше! Повторяй за мной! Не трогай его! Ненавижу! Животное! Дикарь! Ненавижу тебя! Отвали! Отвали от меня! Все в порядке! Я тебя отпускаю! Он уехал. Я тоже прощаюсь. Как я доберусь до дома? Довези на мотоцикле. Что? Отвези меня домой. Ты же говорила, что я животное и дикарь. И ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой? Разве это возможно? Я уверен, завтра ты об этом пожалеешь. Остановитесь, пожалуйста. Тебя что, подвезти, красавица? Хочешь, чтобы я тебя отделал, слизняк? Вали. Оглох. Ладно, садись, из-за тебя и так уже многие пострадали. Подожди, подожди, подожди. Не могу пошевелиться. Ты меня раздавишь. Будешь держаться за куртку, я не смогу ехать. Понятно? Ты что, всю ночь собираешься вот так сидеть? Извини. Просто я никогда не ездила на мотоцикле. А, значит, я первый? Да? Черт. Бабби, ты приехала на этом мотоцикле? Да нет, мам. У нее не было выбора, сеньора. Правда? Парень, с которым она ехала, ее бросил. Ей пришлось поехать со мной. А вот и я. Я же тебе говорила не отходить от сестры. Привет. Привет. Садитесь в машину. Вы обе лишаетесь телефона на неделю. Живо! Ты такая же, как твоя мать. Брюзга. Ты что? Ты с ним встречаешься? Я его даже не знаю. Это Хьюго Оливера. Но его все зовут Ачи. С ним случилась какая-то беда, и он хочет забыть свое имя. Мы с подружками считаем его настоящим героем. Похоже, он спас тебе жизнь. Кто тебя опустил? Поднимайся, дело не в проворот. Вот и займись ими. Нет, я понимаю. Я мог бы приехать в Париж на следующей неделе, и мы закроем сделку. Да. Алекс. Мне нужны 400 евро. Что-что? Почему такая задержка? Подожди-ка. Нет, нет. Поговорим в офисе. Давай, поговорим. Договорились. Что ты делаешь? Хватит болтать. Отдай. С ума сошел? Только не отдавай ему. Угу.
Да? Не говори, разумеется. Ничего не говори. Не говори. Да, конечно. В пиджаке, в бумажнике. Отдай. Да. Нет-нет, конечно, конечно, конечно. Разумеется. Если он не может, я что-нибудь придумаю. Хьюго, не забудь про ужин с отцом. Ты уверен, что это здесь? Да, я в дневнике видел. Видел. Знаешь, мы сегодня с ней обедаем. Ты же мне говорил, что на мели. Она обещала заплатить. Привет. Привет. Вот она. Которая? Рыжая. Пока, Бобби. Пока. А рядом с ней эта девушка из бассейна. Я поехал. А что, подожди. Я Господи, поехал. Господи, Бобби, это тот парень, который у меня деньги украл. Который? Тот ужасный тип слева перед мотоциклом. О, нет. Он что, и тебя обобрал? Нет, но его друг сбросил меня в бассейн, представляешь? И разбил машину Чику. Слушай, ты мне этого не рассказывала. Привет. Ну и что ты здесь делаешь? Как дела? Успокойся, ладно? Я приехал с другом. Что? Он договорился пообедать вон с той девчонкой. Так уж вышло, что она моя лучшая подруга. Ты врёшь. А твой друг украл у нее деньги. Ты говорила, не будешь смеяться. Ты моя должница. Почему бы тебе не пригласить меня куда-нибудь? Слушай, что на это скажешь, а? Кретин. Извините, что перебиваю. Пойдете с нами обедать? Катина, ты не можешь пойти с ним. Платит он, так что я верну часть своих денег. Я думал, что платит она. Я стащил у нее деньги. Да. Так что, получается, платит она. Да. Подожди, не злись. Я потом позвоню. Подожди-ка секунду. Подтверди, что я не вру, скажи. Разве не с тобой я вчера плескался в бассейне? Идиот. Вот вам подтверждение. Привет, мама. Здравствуй, детка. Ну и почему твой брат опаздывает? Ты же его знаешь, он вечно работает. А где мама? Путешествует с подругой. Какую оценку получишь? Отлично. По физике? Наверняка отлично. Я иду в магазин. Тебе что-нибудь нужно? Нет. Я пока позанимаюсь. Правда. Если пойдешь на улицу, потеплее оденься, подмораживает. Хорошо, мам. Раньше у вашего сына бывали стычки с этим человеком? Нет, я не знала, что они вообще знакомы. К сожалению, у нас нет аргументов против шрамов пострадавшего. Хьюго грозят серьезные проблемы. Думаете, я не хочу помочь своему сыну? Хьюго. Что с тобой? Я переезжаю к тебе. Знаешь, как все было? Ну и как все было? Когда ты так спрашиваешь, я не хочу тебе ничего рассказывать. Можешь не рассказывать. Бобби! Извини, но этот блондинчик явно положил на тебя глаз. Он все еще смотрит. Давай за ним побежим. Скажи, ну почему у тебя такое лицо? Потому что ты меня бросила и помчалась с тем негодяем. Ты его совсем не знаешь. У него серьезные проблемы, Бобби.
Совсем нет денег, а его отец плохо с ним обращается. Но он отличный парень и даже пригласил меня сегодня на гонки. Какие еще гонки? Я сказала маме, что ночую у тебя. Оставь ключ под ковриком. Я поверить не могу. Ты что, Катина? Тогда идем с нами. Нет, я не желаю видеть ни его, ни его друга. Тогда мы с тобой тоже сегодня не увидимся. Это почему? Потому что я иду с ним. Катина! Баби! Да? Подойди на минутку. Иду! В чем дело? Ты ничего не хочешь сказать? Нет. Звонили Санта-Мария. Оказывается, у Филиппа сломан нос, у него едва не пострадал мозг. Но, мама, я здесь ни при чем. Это правда. Мама, она не виновата. Разве тебя кто-нибудь спрашивал? Помолчи! Послушай, Баби. Они подают заявление на твоего приятеля. Им нужно его имя. Папа, он мне не приятель, а зовут его Ачи. Нет, ты посмотри, а? И ты его защищаешь? Давно ты с ним знакома? Я его не защищаю. Мне известно только его прозвище. Ты же знаешь его фамилию. Скажи. Я что, разве похожа на болтушку? Ты ведь называла мне его имя. Даниэла, как его имя? Хьюго Оливера, его имя, папа. Позвони им. И скажи, что Баби здесь ни при чем. Поздравляю, Баби. Ты теперь по уши влипла. Даниэла, Даниэла, я волнуюсь за Баби. Да, родителей нет. Не знаю, с чего начать. Да, она здесь. Хотя через неделю она уже будет трупом, потому что выдала одного хулигана, который ей очень нравится. Хватит говорить обо мне и повесь трубку. Подожди, у меня вторая линия. Да. Да, одну минутку. Держи, это тебя. Да? Добрый вечер, сеньора, да? Катина, она уже спит. Ее разбудить? Да, я ей передам. Спокойной ночи. До свидания. Баби, что случилось? Баби, в чем дело? Кто это был? Баби! Черт, отключен. Где проводят гонки на мотоциклах? Сиамские гонки? В порту. Можно мне с тобой? Ну, пожалуйста. Нет. И никому не говори. Знаешь, куда идет моя сестра? Почему у тебя телефон отключен? Звонила твоя мама. Да? Что ты ей сказала? Я ей сказала, что ты спишь. К счастью, она мне поверила. Она заедет завтра в 7, чтобы поехать в больницу. Поэтому не опаздывай, прошу тебя, мне не нужны проблемы. Останься. Нет, не могу. Пойдем с нами в пиццерию. Я никогда не сяду с тобой за один стол. А, это наша злющая Мегера. Ты что, пришла посмотреть гонки? Поверь, я не знала, что ты будешь здесь. Тогда почему ты покраснела, как помидор? Да ты просто смешон. Неужели? Да. Уверена, в суде ты будешь не таким дерзким. Я рассказала, что это ты сломал нос сеньору Санта-Мария. Вот стерва! Эй, успокойся. Ач, ты снова угодишь за решетку. И это все из-за нее. Этого больше не случится. Понятно? Эта прекрасная девушка подтвердит, что я не виноват. Знаешь почему? Почему? Потому что ты в меня влюбишься и захочешь меня спасти. Гонки начинаются! Гонки начинаются! Гонки начинаются! Ну что, сядешь со мной? Нет, никогда. Ачи, возьми меня. Мара тут как тут. Садись.
Перестань бояться и получи удовольствие. У тебя нет ремня. Это гонка только для двоих. Так что, крошка, проваливай. Вот корова. Что ты сказала? Что я передумала и готова ехать. Ну и что дальше? Дай мне свой ремень. Бабе, не надо. Мой шарф! Эй! Садись! Не надо, не делай этого! Садись, я не могу так долго ждать. Слезай, прячься. Я заберу тебя, как только оторвусь от них. Давай, давай.
Проклятие. Бабби? Бабби? Я здесь. Где? Здесь. Ты что там делаешь? Вылезай. Не могу, там большая собака. Нет здесь никаких собак. А я все равно не могу вылезти. Почему? Я стесняюсь. Вылезай, а то я уеду. Подожди! Подожди! Что? Только обещай не смеяться. Обещаю. Что ты там делала? Ты же вся в грязи. Это навоз. Что, навоз? Не могу поверить. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так я и знала. Твои обещания, ну, ничего не стоят. Эй, ты что делаешь? Отойди. Сажусь на мотоцикл. С ума сошла? Посмотри на себя, ты же вся в дерьме. Это шутка, да? Нет. Если хочешь, можешь надеть мою куртку, но сначала сними с себя всю грязную одежду, иначе ты не сядешь ко мне на мотоцикл. Держи. О, ну и запах, это ужасно. Послушай, Ачи. Как здорово звучит. Ты впервые назвала меня по имени. Если повернешься, обещаю, я прыгну на тебя и всего перемажу навозом. А я привыкла держать свои обещания. Не смотри! Послушай, ну какой мне с этого интерес? Может быть, поторопишься? Ах ты лживый негодяй! Негодяй! Я ведь не поворачивался. Кстати, у тебя отличная попка. Как я хочу запустить в тебя навозом? Чш-чш-чш, теперь я точно слышал собаку. Скорее! Не кричи! Скорее! Подними ноги! Чтобы она сюда не достала! Быстрее! Спасибо, что подвез. Значит, я заеду завтра. Во сколько? Конечно. И опять погоняем от полиции. Круто. Ну да. Ты, оказывается, смелая. Ты меня сдашь полиции? Да. Да? Неужели? Ты вспотела. Я свинья, животное, дикарь, и все же ты позволяешь мне тебя целовать. Какая ты непоследовательная. А ты ублюдок. Твои приоткрытые губки молили меня о поцелуе. О, сейчас же верни мне мою куртку, красавица. Жаркие губки. Может, поцелуешь меня на ночь? Иди к черту!
Бобби, тихо. Я очень волновалась. Твоя мама подумала, что я это ты и поцеловала на ночь. Что случилось? Это был он? Это Ачи тебя раздел? Маму разбудишь. Рассказывай. Я в душе. Фу. От нее дерьмо воняет. Извини, за мной гналась полиция. Врешь. Ты свалил с той серой мышкой. Незаконные гонки на мотоциклах в порту стали причиной беспорядков. Давай, бросай мне! Бросай! Бросай! Она участвовала в гонках и спасла девочку, которая попала в аварию. Это так здорово. Ты уходишь? Не дождешься. Конечно. Катина, я же сказала, никуда не пойду. Посмотри, кто тебя ждет. Сати? Если мама с папой тебя спросит, я занимаюсь у Катины. Хорошо. К 11 я вернусь. Я стану его своячницей. Что эта скромница так быстро раздвинет ноги. Я тебе позвоню. Высок.
Мама, почему ты не спишь? Бабби, почему ты ведешь себя так, словно ты не моя дочь? Уже поздно. Вернись! Ты что, пила? Мама, ты же знаешь, я не пью. Что этот мальчишка делает с тобой? Он тебя к чему-нибудь принуждает? Нет, мама, ни к чему такому, чего бы я сама не хотела. Что-то случилось? Нет, папа, я просто поздно вернулась. Вот я записала его номер. Поговори с ним. Но они же еще дети. Скажи ему, если не оставит нашу дочь в покое, у него будут проблемы. Это ты? Хочу тебя увидеть. Я под домашним арестом. Меня застукали. Ага. Значит, это не просто сплетни. Хороших девочек, которые плохо себя ведут, до сих пор наказывают. Что будем делать завтра? Куда-нибудь поедем. Забери меня у школы и далеко увези. Знаешь, я уже год не вставал так рано. Так что я могу проспать. Я буду тебя ждать, Ачи. Спокойной ночи. Пока, Бабби. Пока, Бабби. Пока. Бабби. Тина. Ну что, подружка, ты идешь? Не могу. Ачи обещал заехать. Мы едем кататься. Да? Ты собираешься прогулять? Шш, тихо. Как твоя лучшая подруга, я хочу знать подробности, и ты мне расскажешь. Животное. Да нет, я просто очень рада за тебя, будто я снова потеряла свою девственность. Это он. Желай мне удачи. Удачи тебе. Бабби, не напрягай таз. Привет. Устрою себе перерыв позже. Мы
эта женщина? Она была моей матерью. Скажи, а твой отец и брат этого не знают? Отец думает о нас подругами. Значит, знаю только я? Не надо. Почему? Мы же здесь у всех на виду. Нет, здесь никого нет. Я же сказала нет. Хорошо. Иди ко мне. Смелее. I guess you are thinking of me now. And you know that I'm thinking of you. Почему ты привез меня сюда? Тебе не нравится? Родители нас всегда сюда привозили в детстве. Видишь вон тот дом, который продается? Да. Мы с сестрой представляли, что он наш. Мы наблюдали за хозяевами и воображали себя на их месте. Как грустно. Мы уже не можем любоваться им, как прежде. Я знал, что тебе понравится. А тебе идет моя куртка. Ну, и кто нам звонит? Черт, мама мне больше не доверяет. Или тебе? Да уж.
Похоже на мамину подпись. А по-моему, идеально. Спасибо за помощь. Не стоит. Не хочешь познакомиться с моими дочками? Девочки, это Густаво, наш новый сосед. Да, мы уже виделись с Густаво. Верно. Он здесь никого не знает. Я сказала, ты можешь взять его с собой и с кем-нибудь познакомить. Хорошо, мама, только не сегодня. Девочки позвали меня в кино, и раз уж я не под арестом, можно я пойду с ними? Знаете, мне уже пора. Было очень приятно. И мне. До свидания. Я позову его в выходные, ладно? Да, парнишка попал в волчье логово. Она от него так просто не отстанет. Давай! Красавица! Пойдем! Ты, киска, это твое? У тебя ведь не такой хороший вкус. Прошлой ночью Ача привязал меня этим к кровати. Крепкая вещица. Видно, не очень, если ты здесь. Бедняжка. Думала, он пообещает тебе вечную любовь? Мне жаль тебя. Ясно, что ты потерял из-за него голову. Отдай мне шар! Отдай! Отпусти же! Отпусти меня! Прекрати. Я сказала, отдай шар! Убирайся, стерва! Так ее, Бабби! Это же Бабби! Отпусти меня! Отпусти! В следующий раз я убью тебя, шлюха! Все цело. Я не знаю, что на меня нашло. Я не хотела ее бить. Но она сказала, что ты был с ней. Я прошу, успокойся. Я никогда тебя не обману. Теперь я с тобой. С девчонкой, которая готова побить любого, кто оскорбит ее парня. Знаешь, что делали воины после своей первой победы в бою? Юго, с тобой хотят поговорить. Я Клаудио Альказар, я отец Бабби.
Может, выпьем где-нибудь? А, с удовольствием. Хорошо. Хьюго, нам надо пообщаться. А что, ты нас не познакомишь? Конечно. Розанна, Клаудио. Клаудио, Розанна. Очень приятно. Мне тоже. Не хочешь оливок или орешков, красавчик? Оливок. Вы ей понравились. Она не всем предлагает орешки. Нет? Нет. Нет. Даже не знаю, с чего начать. Понимаешь, моя жена...